Компания Takeda добилась значительных успехов в разработке препаратов для лечения редких и высокоспециализированных состояний. Особый фокус в нашей работе мы уделяем лечению наследственных нарушений обмена веществ, которые при отсутствии терапии ведут к значительному ухудшению качества жизни и зачастую к тяжелой инвалидизации. Но в настоящее время, благодаря уровню развития диагностических программ и широкой осведомленности врачей о генетических заболеваниях, постановка диагноза и подбор необходимого лечения происходит значительно раньше. Существующая современная терапия помогает замедлить или даже остановить развитие болезни. Пациенты с такими генетическими заболеваниями, как болезнь Гоше, болезнь Фабри, получают шансы на социально активную, полноценную жизнь, возможность создать семью. И это еще один вклад команды Takeda в достижение цели 80+ и развитие здравоохранения редких пациентов.